You're right there, love. What are you doing? Ты рядом, дорогая. Что делаешь? Я дома. Что ты делаешь? Что ты делаешь не с одним, но две машины? Вы не только занимаете общее пространство, но ты всего лишь один человек. Зачем тебе две машины? Извиняюсь, ты на моем драйве. Старый, это не общее пространство, это моя подъездная дорога. Да ну, я на самом деле. Вот вы как бы вытеснены в нарушение общего пространства. Ты немного не в себе, ладно? Слишком много машин, но я не знаю, для чего вам нужны две машины? У нас даже нет одной машины. Это хорошо для вас, я работаю много, но мы по-прежнему ездим на автобусе. Что ты здесь делаешь? Просто бездельничаешь, вы люди из других стран. Лежит вокруг Англии, где англичане должны сесть на велосипед или на автобус. У тебя две чертовы машины. Это потому, что я купил другую машину. Смотреть, ага, на какие деньги? На мои деньги. Что ты там делаешь? Что я там делаю? Я работаю. Это то, что я делаю. Ты работаешь? Ага, ага. В Инстаграм или в социальных сетях? Что вы делаете? Ты безработный, не так ли? Ну, нет, я не шучу. И у вас есть это модно, это действительно прекрасно, причудливо. У вас есть электрическое зарядное устройство. Вы установили это замечательно. И проблемы. В моем доме взорвется предохранитель. У тебя вещи на подъезде. У тебя есть электрическое зарядное устройство. Потому что у этой машины зарядное устройство. Вы так заботитесь об окружающей среде. Почему бы тебе не вернуться в свою страну? И быть в курсе, ха-ха, как там. Я имею в виду, это Мерседес? Вам это нужно? Не, дорогая, это BMW. BMW, бух, большая разница, действительно. Я езжу на работу на чертовом автобусе, поздравляю, дорогая. Я действительно не спрашивал. Я только здесь живу, и у меня есть права. Ты здесь, на моей территории. Так что у вас действительно есть большое спасибо, но... Смотри, это мой дом. И я вижу, как ты въезжаешь и выезжаешь в любое время ночи. Хорошо. Ты управляли борделем, у тебя был бордель, у тебя небольшая служба сопровождения. Извините меня, сопровождали своих девочек? Нет. Ха-ха-ха. Ты отрицаешь это сейчас, не так ли? Что ты имеешь в виду? Я отрицаю. Что там происходит? Наркотики и женщины. О, нет. Как вы могли себе позволить BMW или Mercedes? Я владелец фармацевтической компании. Извините меня. А, большое спасибо. Да, настоящая аптека. Да, это очень мило, мне нравится. Я не знаю ни одного фармацевта, который мог позволить себе Rolls-Royce. Это не Rolls-Royce, это Kia. А, это Kia. Дорогая, это действительно плебейско с твоей стороны, что спустились в мою жизнь. Я очень ценю это, чтобы тебе машины отбуксировали. Чья это машина там тогда? Это моей бабушки. Хорошо. Она просто, вы знаете, она прикована к инвалидной коляске, и это ее смотритель, это его машина. Хорошо? Так что я оправдываю. Это неоправданное транспортное средство. Так чего же вы на самом деле тогда хотите? Я хочу, чтобы ты убрался из моей страны. И я хочу, чтобы вы убрали машины из моей общей зоны. Понял. Типа, во-первых, хорошо, да. Вы не можете указывать мне, что делать. Хорошо? Ты не можешь говорить мне, что делать в моем доме. Хорошо? Я не в твоем доме, парень. Ты на моем драйве. Если я хочу две машины, у меня будет две машины. О, красиво. Очень модно. Если вы хотите получить куст, вы можете получить там. Есть причина, по которой вы садитесь на автобус. И эта причина, это то, что вы слышите. Вот почему вы садитесь на автобус, потому что ты слишком занят, жалуешь на других людей. Боже мой, нет, ни за что. У нас две машины, ага. Ты не закончил, вы все еще не закончили. Вы наслаждаетесь своим автобусом, наслаждайся им.